Сэком, друзья, любители огнестрельного оружия, добро пожаловать! Сегодня мы погрузимся в глубины и рассмотрим поистине уникальную штурмовую винтовку АН-ГЛ-94Р «Морской черт». Вдохновленная загадочным и грозным удильщиком, эта винтовка сочетает в себе инновационную конструкцию с ярким биолюминесцентным дизайном. Если вы ищете оружие, которое гармонично соединяет функциональность и привлекательную эстетику, АН-ГЛ-94Р непременно зажжет ваш интерес. Давайте же раскроем, что отличает эту штурмовую винтовку в мире огнестрельного оружия. АН-ГЛ-94Р «Морской черт» обладает уникальным кожухом ствола, имитирующим биолюминесцентную приманку удильщика. Это не просто для красоты, он улучшает контроль дульного среза, придавая винтовке характерный, устрашающий вид. Зловещее свечение кожуха делает это оружие визуально притягательным, выделяя его на любом поле боя. Рукоятка и приклад винтовки, спроектированные в соответствии с изящным и грозным обликом удильщика, эргономичны для комфорта и контроля. Текстурированное покрытие обеспечивает надежный хват даже в самых суровых условиях. Сводной черно-синей отделкой эта винтовка вопит о глубоководном хищнике, предопределенном стать жемчужиной любой коллекции. Теперь погрузимся в технические характеристики. Модель АН-ГЛ-94Р, морской черт, калибр 5,45 5,31 мм. Принцип действия – газоотводный, с замедленным открытием затвора. Длина ствола – 41,4 метра, общая длина – 94,3 метра, масса – 4 кг, емкость магазина – 30 патронов, темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту, темп гипервсплеска – 1800 выстрелов в минуту, начальная скорость пули – 900 метр-веса, эффективная дальность – 700 метр-метров. Дополнительные особенности – текстурированная рукоятка, биолюминесцентный кожух ствола, планки Пикатинни. Что по-настоящему выделяет АН-ГЛ-94Р, так это механизм гипервсплеска, позволяющий вести огонь сдвоенными выстрелами с поразительной скоростью 1800 выстрелов в минуту. Этот гипервсплеск значительно увеличивает вероятность попадания в сложных боевых ситуациях, выпуская второй снаряд практически мгновенно после первого. Газоотводный принцип действия с замедленным открытием затвора гарантирует надежную работу, минимизируя отдачу и сохраняя точность. Это делает АН-ГЛ-94Р чрезвычайно эффективной как в ближнем бою, так и на дальних дистанциях. Благодаря высокой начальной скорости пули и эффективной дальности стрельбы до 700 метров, эта винтовка универсальна для различных боевых ситуаций. Эргономичная конструкция, включая текстурированную рукоятку и регулируемый приклад, обеспечивает надежный хват и возможность настройки под различные стрелковые позиции. Сбалансированное распределение веса улучшает управляемость даже во время быстрой стрельбы. Встроенные планки Пикатинни предоставляют достаточно места для оптики, лазеров и других тактических аксессуаров, позволяя вам адаптировать винтовку к вашим конкретным потребностям. Штурмовая винтовка АН-ГЛ-94Р «Морской черт» — это блестящее сочетание инновационного дизайна и передовых характеристик. Вдохновленная глубоководным хищником, она выделяется визуально, а также превосходит в функциональности и управляемости. Являетесь ли вы тактическим оператором или энтузиастом огнестрельного оружия, АН-ГЛ-94Р предлагает уникальное и эффективное решение для различных боевых сценариев. Спасибо, что присоединились ко мне в этом исследовании штурмовой винтовки АН-ГЛ-94Р «Морской черт». Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних обзоров и новостей огнестрельного оружия. Осветите свой арсенал с АН-ГЛ-94Р там, где превосходный дизайн встречает непревзойденные характеристики.